Итак, 30-й международный фестиваль музыки, песни, счастья, радости «Славянский базар» в Витебске стартовал. Он стартовал вчера, стартовал очень большим количеством очень интересных событий. Кстати говоря, говорят, что на концерт Лепса собралось более 10 тысяч человек. Концерт был благотворительным. А сегодня самое важное событие, на которое мы вас приглашаем, это открытие Международного пресс-центра. Идем туда. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вот зазвучали позывные фестиваля. Мы так непосредственно тут общались. И я поймала себя на том, что вот так хочется сделать спину. Это действительно какое-то чудо. Уже прошли первые концерты, прошли первые презентации, первые выставки открылись. Вчера состоялось знаковое событие. И очень хорошо, что прекрасно просто, что оно состоялось в канун открытия фестиваля. Вчера мы открыли памятную доску Родиону Михайловичу Басу. И это, знаете, это было так хорошо, тепло, по-домашнему придумано и сделано. Один человек, который живет в Витебске, мне сказал: так сюда можно просто подойти и сказать: ну, здравствуй, Родион Михайлович, видишь, все хорошо, город растет, фестиваль живет. Ну, а в день открытия фестиваля, по традиции, у нас проходит пресс-конференция, посвященная этому замечательному событию. Я считаю, что фестиваль – это, в первую очередь, та площадка, где соединяется несоединимое, где среди коллабораций разных жанров рождается искусство. «Славянский базар» на протяжении 30 лет идет со своим слоганом «Через искусство к миру и взаимопониманию». И этот год тому яркое подтверждение. Я благодарю вас всех, кто сегодня приехал для того, чтобы рассказать, а какой он, юбилейный «Славянский базар». На этом 30-м фестивале мы позволили себе такое право, хоть мы и не государственный орган власти, учредить паспорта фестиваля. Паспорт фестиваля вручается в 14-летнем возрасте по нашему законодательству. И мы хотим, чтобы каждый человек, который отдал фестивалю 14 и более лет, получил этот васильковый паспорт. Но сегодня я хочу вручить первый паспорт, если вы мне позволите, человеку, который является символом нашего фестиваля и в совершенно разные времена его развития была нашим другом, была нашим братом, была нашей сестрой, была нашей матерью, была тем человеком, который всегда говорила: что бы ни случалось, я всегда рядом. Это заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Спиридович, которая с фестивалем связала разную историю и огромную историю своей жизненной книги. И вы это знаете, как никто другой, у «Славянского базара» была очень интересная издательская программа. Изданы фотоальбомы, книги, буклеты. На их страницах вся история фестиваля. К юбилейному 30-му «Славянскому базару» в Витебске книжная коллекция пополнилась двумя изданиями, о которых мы сейчас буквально несколько слов хотим сказать. Это третий том истории фестиваля. «Славянский базар» в Витебске, третье десятилетие. Первый том был издан в 2001 году. «Славянский базар» в Витебске, первое десятилетие. Второй том был издан в 2011 году. Сейчас третий том.
непременно должен сказать, что автором идеи этого многотомника были два человека, Родион Баш и Михаил Шульман, которые в 2001 году предложили идею вот этого многотомного собрания. Надеюсь, что после третьего тома будет еще там. Сегодня есть еще такая замечательная традиция, которую я должен обязательно исполнить. Это награждение тех журналистов, которые уже сделали в предыдущие фестивальные годы замечательные материалы, которые мы оценили. Я думаю, что ни для кого из здесь присутствующих не будет открытием то, что по итогам каждого фестиваля мы производим такой мониторинг публикаций, мы видим, что вы написали, мы оцениваем и тональность ваших публикаций, мы оцениваем охват ваших публикаций. И на основании этого в первый день фестиваля на открытии пресс-центра вручаем наши награды. Президент Республики Беларусь, Выдавецкий дом «Беларусь сегодня». Телерадиокомпания «Витебск». Поздравляем, веншуем вас. Примите наше самое щирое веншование. Поздравляем. Товариство «Столичное телебачение» веншуем. За новый Выдавецкий дом «Звезда». Веншуем. Телеграфное агентство. Веншуем вас, Александр. Поздравляем. Примите наше самое щирое веншование.